Ну що ж, як і обіцяла, час гостя в нашому новому дні. Два гарних, чудових чоловіка завітали до нас. Денис Янтар, організатор туру «Дорогу нескореним», та Роберт Воробйов, учасник саме цього турніру. Що це за турнір? Яка його назва, яка його мета? А саме найголовніше, коли він відбудеться? Про це все протягом наступних 10 хвилин ми будемо говорити разом з нашими гостями. Доброго вам ранку, дякую, що завітали. Ви активне життя ведете в нашому місті, дуже багато чого організовуєте. Що, на що нам зараз чекати? Що це за турнір, яка його мета? Розкажіть нам, будь ласка. 14 серпня о 8 годині вечора будемо проводити турнір «Дорога нескореним 2». Це вже щорічний турнір, він присвячений нашому побратиму, який, на жаль, загинув в 2014 році, це Андрій Балаган. І також він присвячений всім бійцям АТО, які поклали своє життя за нашу батьківщину. Чесно скажу, дуже багато зусиль було вкладено в цей турнір. Які саме? Тому що ви як організатор, ви як ніхто краще знаєте, з якими проблемами стикатися, що варто робити. От розкажіть нам про це. Ну, щоб зробити гарний турнір, ну, по-перше, там треба місце, файт-карт, змагань. Якщо перший турнір це були як... Ну, это были как любительские состязания, то есть это были наши ребята, которые ходят в секции, наши друзья, которые приезжали с Киева, с других городов, то сейчас мы, ввиду того, что смогли найти средства, то есть есть люди, которые помогли, они прониклись тоже этой идеей, получилось сделать профессиональный турнир. По подбору участников, ну вот, так как я тоже имею отношение и вообще к организации других турниров, и к поездкам наших ребят за границу. Могу сказать, вот этот турнир вот по файт-карту вот в Украине, наверное, лет 5 со времен М1 такого файт-карта не было. То есть здесь будут и поляки, и румыны, то и молдаване. Интересно. Да, то есть здесь будет большое количество участников заграничных. То есть, ну, понятно, мы им не можем предложить какие-то огромные деньги, но на личных отношениях они тоже прониклись вот духом всего этого. И ребята, которые в Украине тоже вот топовые бойцы, это как Александр Плетенко, у него будет бой с Дмитрием Шаповалом. То есть они в Украине практически не выступают, они ездят за границу. То есть, ну, последние там 2-3 года, когда уже у них есть выходы, они в Украине не выступают. И, к примеру, вот у Саши Плетенко, у него бой должен быть в сентябре, если не ошибаюсь, ну, где-то за границей. У него, то есть, ему предлагают там 2 плюс 2 тысячи долларов. Ну, и он готов рискнуть в какой-то степени вот на этот турнир пойти, то есть, за Понятно. Куда меньшие деньги, потому что, ну, вот он... правильных принципов, понятия человека. Ну, мы видим, что это мероприятие, оно помогает объединять, да, спортивную жизнь и военную, и патриотическую. То есть главное отличие это то, что иностранцы, да, тоже будут к нам приезжать. Как долго вы организовывали этот турнир? Ну, скажем так, начал организацию, вот ввиду того, что в прошлом году я попробовал это, я понял, что надо делать все намного, ну, заранее, то есть это... Работа началась где-то месяца за 4, но, скажем так, те люди, которые должны были помочь, обещали, но не помогли. В итоге мы за 1,5 месяца вот, ну, нашли контакты с теми людьми, которые действительно готовы и помогут, и с ними, вот, в принципе, за 1,5 месяца все организовали. То есть, ну, большой объем работы был, потому что, ну, это и все, и футболки, и там будет и реклама, и, ну... призы, файт-карт, октагон тоже. Что такое октагон? Давайте объясним. Октагон – это восьмиугольник, он тоже сейчас будет самый большой в Украине. То есть он был на Едуновы в Харькове, тоже турнир, и ну, он сейчас самый большой в Украине, то есть это будет картинка, вот, ну, то есть это будет интересно, солидно, грубо говоря. То есть я думаю, вот все, кто придут, а вход бесплатный, потому что ну, нам люди помогали, финансово. И, ну, как бы зарабатывать на таком мероприятии, это нечестно, это неправильно. Тем более, если он в память о воинах. Да, мы поэтому делаем вход свободный. Ну, то есть все желающие могут прийти и посмотреть. Потому что посмотреть будет на что. Я уверен, что ну, всем будет интересно, всем понравится. Как будет проходить этот, вот этот турнир? Это будет несколько любительских боев для ребят молодых, потому что, ну, вот аналог с Польшей, к примеру, вот у них на вот турнирах по ММА у них есть несколько любительских боев, которые идут не на профессиональную, ну, статистику.
То есть для того, чтобы ребята обкатывались, привыкали вот к этому ажиотажу, потому что вот молодой спортсмен, вот он выходит, допустим, в октагон, тот же, и на него смотрит, к примеру, 1000 человек. То есть, ну, это стресс. То есть он может быть супер, то есть бойцом, но вот есть психологические моменты. И чтобы он привыкал к этим моментам, ну, мы даем возможность некоторым ребятам молодым, чтобы они вот это так закаляет, да? Да, это, ну, это важный момент для того, чтобы вырастить профессионального спортсмена. Ну, порядка 14-15 боев будет сейчас еще решается по поводу одного достаточное боя. Достаточное количество. Да, ну, это большое будет мероприятие, большой файт-карт. И, то есть пару боев будет любительских, потом будет, ну, файт-карт начинаться профессиональный. Где-то 5 именно вот топовых боев будет. Это будет вот у Роберта, у него финальный бой будет против спортсмена из Румынии. Потом будет бой Станислава Хальчевского, это молодой парень, он с Днепра, очень яркий, то есть, ну, мне импонирует, как он работает. Вот он, если вот брать вот спортивную часть, и есть вот человек, который может сделать в ринге шоу, вот он именно вот из этого поколения, вот он, сколько ему, 19-20 лет, вот он молодец в этом плане. Он будет против спортсмена с Польши выступать. То есть будет на что посмотреть. Да, и микс так будет. Боев и шоу, я думаю, что и женскому полу будет интересно посмотреть, да, на красивых, на сильных мужчин. Я думаю, много будет зрителей, потому что шоу такого масштаба действительно не часто в нашем городе. Роберт, вы есть участником, да? Вам предложили поучаствовать. Вот расскажите, я, как принципе... вы в эту историю попадаете? Я... И обои свои. Хорошо. Я, в принципе, знал о том, что я буду участвовать, когда только начала зарождаться идея этого турнира, так как это очень принципиально для меня. Андрей был моим другом, и не подраться на турнире в честь его памяти, как бы, ну, вы понимаете, для, что это для меня бы было бы. Я очень хотел подраться и подерусь, и уверен, что одержу победу в этом поединке. И, ну, как бы я, на самом деле, Денис большой молодец, я принимал очень маленькое участие в подготовке тоже. Я там несколько бойцов тоже попросил поучаствовать на этом турнире, как бы, и думаю, что турнир будет очень крутой. На самом деле, в Украине мало таких мероприятий, вот, которые вот сейчас будут. Мне кажется. Как вы готовитесь к турниру? Наверняка сейчас более усиленные тренировки, тем более да. ваш связи... соперник не слабый, конечно же, будет. Ну, посмотрим. Сейчас тренировки проходят. Ну, на самом деле сейчас тренироваться, так скажу откровенно, очень тяжело из-за погодных условий, очень жарко. В зале очень душно и тяжело. Ну, вопреки всему, я тренируюсь, готовлюсь, чтобы не подвести организаторов и вообще всю публику, так как я дерусь в Николаеве, и как бы на меня будут все смотреть, все мои друзья, все знакомые, люди, которые живут здесь и придут поддержать меня. Я думаю, большое количество придет людей, которые захотят поддержать меня. Вот всегда, когда готовишься к какому-то мероприятию, когда есть организатором, когда это все создаешь вот по ниточке, чего ты ожидаешь? Понятно, что шоу, зрители. Какие, может быть, еще у вас есть ожидания от этого мероприятия? Ну, я скажу честно, ну, мероприятие вот это шоу, будем его так называть. Это да? День памяти в первую очередь. То есть, как лучше почтить память воина, как не боем. То есть, и я думаю, вот Андрей, он по духу был всегда воином. То есть он всегда шел вперед в бой. Ну, вот всегда вот это вот его было. Поэтому это мероприятие посвящено вот, в первую очередь ему и ребятам, которые тоже пошли в бой защищать нашу родину. Шоу это, ну, как. Для того, чтобы зрителям было интересно, для того, чтобы это было, ну, я не хочу, чтобы это был день какой-то скорби, но вот это вот, ну, вот так. Вот. Интересная вот философия так. Такая, действительно. Вы планируете продолжать эту традицию? То есть это уже второй такой турнир? Надеемся, что этот турнир будет ежегодно. Да, мы тоже очень хотим, чуть вот по срокам пришлось перенести, потому что чуть не успевали. В идеале хотели 6 августа это сделать, но решили на неделю сместить, там вопросы по трансляции, по всем моментам этим решить. И вроде как все получается, все ту-ту-ту, будет нормально. То есть будет еще трансляция? Да, там давайте будет... немножко обозначим, потому что не все, например, могут прийти. Кто-то хочет это увидеть дома. Будет ли такая возможность? Ну, расскажите будет об этом. По двум каналам Sport1 и X.
«Спорт», если не ошибаюсь, будет повтор, по «Спорт-2», по «Спорт-1» будет повтор. Ну, с местными телеканалами мы пока что не общались, пообщаемся, может быть, еще будет по нашим телеканалам трансляция. Было бы неплохо. Ну, мы, то есть у нас технические возможности есть, то есть группа операторов там профессиональная, она должна приехать, и стрим, то есть мы можем дать на эфир, то есть без проблем. Действительно, если будут транслировать на таких спортивных каналах, это высокий уровень. Спасибо вам, ребята, я желаю вам в этом вам удачи, чтобы все прошло хорошо, чтобы все бои прошли хорошо. Вам победы, Роберт, а вам силы, энергии и наснаги, да, чтобы продолжать эту традицию. Я нагадаю, что у нас в гостях був Денис Янтарь та Роберт Воробьов, організатори турніру «Дорогу нескореним». Роберт являється її учасником, тож 14 серпня долучайтеся, приходьте в пам'ять про загиблих воїнів АТО. Дякую, що знайшли час. Гарного вам продовження дня.